Что такое сервисная модель работы полиции и почему она так необходима? Прогрессивный мир диктует новые тенденции, и вслед за ними механизмы работы привычных структур становятся иными. Сейчас главное – это диалог с населением, работа в команде, предупреждение и профилактика правонарушений. Этими задачами руководствуются полицейские, несущие службу уже в новом формате. Подробнее о том, как изменится работа полиции, расскажем далее. Что необходимо для успешной и эффективной работы сервисной модели? Это взаимодействие всех государственных и негосударственных органов, профильных организаций и правоохранителей в общей борьбе с правонарушениями, а вернее, их недопущение посредством профилактики. Как это работает? Полицейские рассказывают, что сейчас главный акцент сделан на взаимодействии с населением. Каждый участковый знает болевые точки своего подведомственного участка, регулярно справляется о том, как обстоят дела, к примеру, у неблагополучных семей, налаживает контакт с соседями. Большую помощь полиции в профилактике оказывают и электронные помощники, камеры видеонаблюдения. В рамках реализации сервисной модели полиции мы провели рабочую встречу с представителями местных исполнительных органов, органов здравоохранения, образования, прокуратуры. В ходе этой рабочей встречи мы обсудили проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации сервисной модели полиции, обозначили приоритетные направления деятельности и дальнейшего развития. Вместе с тем, на этой рабочей встрече мы отметили, что вопросы профилактики преступности и обеспечения правопорядка в целом относятся не только к ведению органов полиции, но и в целом местных исполнительных органов. Участники встречи обменялись мнениями и предложениями о том, как в дальнейшем сделать совместную работу более эффективной. Наладить диалог с населением – задача также не из легких, ведь известно, насколько недоверчиво граждане порой относятся к представителям госструктур. Здесь на помощь полицейским приходят так называемые фронт-офисы, а также приемные для граждан, которые обеспечивают обратную связь с жителями. К тому же активно налажена и работа в социальных сетях. Это лишь первые шаги к совершенствованию сервисной модели, говорят представители ДПВКО, и в дальнейшем планируется реализовать еще немало инициатив. Карина Мурадова, Анна Мацепола, Куаныш Амантайулы, Евгений Щетников, Алтай Акпарат.